Фейерверк. Малыш, привет! Смотри! Ого, полная! Поздравляю! Я теперь 100 килограммов мороженого купить могу. 100 килограммов одному вредно. Ладно, тогда 99 мне, один тебе. Ну и где вы? Идите скорее. Вот это аппарат! Сейчас как бабахнет! Это будет фейерверк из фейерверков. Ну как? Что как? Где фейерверк-то? Так это и был фейерверк. Только не простой, а высокотехнологичный. Знаете, сколько процессов произошло между поворотом рычага и появлением дыма? Генка, это, конечно, здорово. Но где искорки? Где огоньки? Лиза же просила салют на день рождения, а тут дым от паровоза. Вы ничего не понимаете. Другого не будет. Хорошо, что у нас еще с Нового года немного фейерверков осталось. Их и будем завтра запускать. Вот значит как. Хотите вместо моего технически совершенного фейерверка запускать эти банальные палки с ракетами? Так нечестно! Лучше палки с ракетами, чем дым от паровоза, от которого никакой радости. Лучше научный прогресс, чем массовый ширпотреб. Вот и запускай свой прогресс. А мы с малышом устроим настоящий салют. Гена, зачем ты хочешь забрать наш салют? Это не то, что ты думаешь. Вы чего тут устроили? А? Генка! А ну положи коробку на место! Нет! Отдай! А ну стой! Отдай! Нет. Отдай! Стой! Нет. Генка! Отдай! Отдай, Генка! Отдай! Завтра Лиза увидит мой салют. Получше этого. Мы ждем. Ну, давайте, запускайте. А теперь фейерверк. Ура! Это самый лучший подарок. Все, а? Как все? А салют-то где? Это и был салют. Могу еще раз показать. Просто это салют высокотехнологичный. Здесь происходит очень много процессов. Ну, хочешь, иди сама нажми. Лизонька, дочь. Это же весело. Ну, пойдем. Так это был розыгрыш. Ух, сорванцы. Генк, ты это, только не обижайся, а? На что? Я был неправ. Мир не готов к высокотехническому совершенству. Эх, спасибо, выручили. Это все малыш. Я просто подумал, что мне все равно не съесть 100 килограммов мороженого. Вот мы и решили Лизе в фейерверке купить. На всякий случай. Вдруг твой не сработает.